Thank you.
жизни наложился. Инвентарь снаряжения так. И что такое? Важно. Понял. А лечь можно здесь?
пива они. Электромагнитное оружие позволяет накапливать энергию для усиленных выстрелов, которые пробивают незначительные преграды. Новый предмет. Бинокль дали. Отмечено как угроза. Обезвредить преступников. Подготовка боевых устройств. Чтобы быстро применить гранату в бою, поместите ее в ячейку для боевых устройств. Снаряжение. С. Взять. Так. Ну и так далее. Горы трупов. Это они говорят, что... Совсем нет.
дело. Совсем не опасное дело. Вот. Уровень средней опасности. А вот это у нас уровень средней опасности. Да. По мелкой опасности у вас есть уровень тут? Ну ладно. Вот такая интересная игрушка. Прелесть просто. Прелесть, что такое? Бросить я. Да вы что, охренел, что ли? Живой? Мужик, ты живой? Что? Ага. А если присесть? По-моему, я бью мимо. Может, он прокачается. Прокачает, может быть. Так, быстро. Зажать, зафиксировать. Может, мы прокачаем бой без оружия. Ну что? Может быть, он... Это, как его? Может быть, он живой.
Сам тоже очнется. И тот, который вообще без рук, без ног остался. Пойдет весело так. Ля-ля-ля. Оп. Ну чего? Сейчас поднимется. Вообще мне в шортах. Исчез? Нет. Не исчез. Бум. Да. И это у нас что? Конфетка. Здесь можно убирать в холодильнике, а в какой-то игре было, в ящики убирали трупы, чтобы не вихать, не привлекать внимание общественности. Бум. Чтобы это было очень весело разносить бандитов. Эй, ой, а вот почему она считается этой угрозой. Складывать их в ящички. Такая была прелесть. Игрушка какая-то. Замечательная. Бум. Тот дяденька не стал. Большой дяденька.
ножки. Кто будет поднимать ножки? Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире.